спереди лучше, чем Алексея Инокова, в принципе, в мировом профессиональном бодибилдинге, наверное, ну, не рядом, ну, может быть, там несколько атлетов могут похвастаться, то есть с той глубиной ног, которая Алексея спереди. Сзади мы, да, добавили, то есть особенно в боковых позах будет, сейчас вот хорошо очень делится бедро, бицепс ноги, ягодичная мышца, она уже полосатая. Александр Лесуков, coming from Russia. Батоны охуительные!